Всем здорово, с вами Гидеон. Сегодня будет ходить различный дивизион. Все у нас последняя часть на различной дивизии, да. Что ж, давайте продолжать. Так, окей. Вот мы видим с вами хороший грузовик. Походу, в ней неплохая, что-то задумано. Окей, ладно. Что дальше? Ебать, что это такое? Это козёл забирает наш фургон. Убить его. Вы дебилы, что ли? Обратно, вы чё, рыгнулись? Я прям чуть не обосрал. Сколько вас там? Сколько вас там? А, они на машинах? Ёп. Ладно. Обратно, вперёд. Так, радио выключите, пожалуйста. Так, окей, миссия выполнена, уважение плюс. Переходим к последней миссии. Последний. Глава 4. Глава 4. 4. Автор Орион. Ну, я же знаю. Так. Все готово. Пора начинать. Начинать, окей. Длительность назад отключить, можно заходить. Так, ага. Стелс-миссия. Это я люблю стелсы. Хотя, что-то мне кажется, что эти враги, блядь, не там ходят уже. Ладно, 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 ладно. Так, и вот уже. Как жаль, что авто не отключил звезд. Нам это не принесло. Так, тихо. Ну-ка, ну-ка. Ай, ты куда ты пошел? Я хочу тебя закончить. Все, отлично, бежим. У нас с собой нож. Так, окей. Поскорее бы меня уже заменили бы на какие-то последние события. Не волнуйся, я тебя заменю, ублюдок. Вот тебе. Ха-ха. Окей. Что дальше? Продвигаемся. Ёп, нас чуть не спалили. Да, там какое-то непонятно что. Отлично. Все. Осталось. Блять, а ты чё шумишь? Ты не шуми так, ёп. Так. Все, отлично. Бежим. Бля, один шахраник пошумел, надеюсь, он не разбудил всех там. И все-таки ты вернулся, да, невезучий тварь. Я же говорю, ты пожалеешь об этом решении. Да пошел ты, козел. Заткнись уже, подонок. Отлично. Мы себя выпнули, уважение плюс. Эпилог. Я, конечно, хотя перебощу насчет последней миссии. Ну ладно. Ничего себе. Они взяли. Как это? Нет. Они тебя убьют. Не ходи. Не ходи. Разработчик поэта Орион 82. Видимо, так и закончилось. Проект печальный. С плохой концовкой. Всем спасибо за прохождение моего проекта. Да, нехорошо, чувак. Все ради. Ладно. На этом все. Да, на этом все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Тихо, тихо, тихо. А у нас бессмертие. Ладно. Давайте на этом закончим своим прохождением этой проекта. Увидимся в следующей миссии, даже в следующем видео. Пока-пока. Вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно комментируйте свое мнение. Как не ваше мнение, мнение очень-очень-очень важно. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.